Привет, моделисты и моделистки. Эйкей, город Цинциннати, штат Огайо. Сезон чувствуется не за горами, прям запах идет. Пришли три коробки от Walters и одна коробка от Digitrax. Сейчас все покажу. Под конец видео будет сюрприз. И начнем с Баузера. Мы уже такие видели модели. Напишите, ребят, если очень-очень хотите какую-то модельку посмотреть. Я сам знаю, что я буду смотреть, но мы не будем сразу отправлять. Так, теперь смотрите. Здесь два разных этих хоппера. Написано Master Plus, а здесь просто Master. То ли они сделали, я не знаю. Роб, наверное, знает. Надо у него спросить. Если вы знаете, тоже напишите. Такое впечатление. Хоппер это разные, но и коробка вроде разная теперь. Так, здесь очень интересные есть моменты. Так, вот такие. Это классный. Так. А вот эти локомотивы мы видели. А вот это новый Walters сделал. SW7. Вот это я точно открою. Это Atorak. Walters-овский. Здесь все они повторяются. Так, теперь Роб и компания заказали кучу декодеров. Испугались, что будет... Не будет в наличии. Три Zephyr наборчика, так. Далее у нас идет чистящие устройства для колес, локомотивов в основном. Ну, вообще нужно, по идее, чистить все. Потому что если не почищенные эти самые вагоны, то же самое будут загрязнять рельс. Интересная вот эта штука. Какие-то intermodal yard details. Что это такое? Какая-то солнечная захватывает для батарейки, солнечной батареи, типа того. Вот интересная очень моделька. Классная сборочка. Можно тоже посмотреть. Кто-то Tower делает. Вот этот точно я буду делать тоже. Очень интересный Atlas двойной такой вагон. Новые, по-моему, это новые атласовские тоже. Silver. Что здесь? Наверное, декодера нету. Просто ready for DCC. Так, это очень интересная штука. Открывать очень сложно, ребят. Это GP20. Наверное, я открою его тоже. С вот это Rolling Thunder 4. Круто. Так. Хорошие вот эти чуч делает. Ну, а для мостов, как опоры и прочие вещи. Они разные. Видно, кто-то занялся макетом сильно. Вот эти я пропустил в тот раз. Постараюсь сделать, ребят. Мне самому тоже интересно. Но вот это Observation, это багажный Santa-Fe, а это UP. То ли... Хороший вопрос. То ли ресторан, то ли чего. Тоже... Попытаюсь открыть, посмотреть. Здесь вагоны мы видели. Вернее, не вагоны. Эти мы раньше смотрели уже. Кто-то точно макет собрался делать. Подкладки, подстрелки. И... Та-дам! Марклин. Система. CS3+. Но источника питания нет, он приходит с eBay, по-моему, в понедельник. Вам, ребят, успехов. Четко напишите, что вы очень-очень хотите, чтобы я обозрел. И скоро увидимся. Давай.